Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить о духовности и отцовстве. Попустительствующий отец, отец, которому все равно, который является человеком, который позволяет абсолютно все. Попуститель, то есть человек, которому не настолько важно, как себя ведут дети. Позволяющий делать абсолютно все, не имеющий каких-то четких моральных критериев, он показывает ребенку, что Бог будет точно такой же. Посмотрите, насколько много сегодня молодых людей, которые могут даже на глазах у взрослых делать непотребные вещи. Недавно мы проходили мимо компании молодых людей, которые слушали матерные песни, ругались матом, им было лет по 14. И когда мы подошли, они не отреагировали, они продолжали делать те же вещи. И мне было стыдно. И я на 100% уверен, что отцы этих мальчиков, они реагируют точно так же. То есть, когда их ребенок делает что-то непотребное, какую-то гадость, он совершает какой-то грех, матерится, ругается, говорит пошлости, его отец просто не реагирует. И взывать к моральному чувству, да, то есть какой-то ответственности этих детей просто бесполезно, потому что они видят пример человека, которому все равно. Попустительствующий отец. Когда они вырастут, отца не будет рядом, и не будет никого, кто мог бы их корректировать, кто мог бы приводить в порядок их жизнь. И им придется посмотреть в небо. Но там, скорее всего, они увидят прообраз попустительствующего Бога. Они будут думать, что Бог такой же, как их отец, и он просто позволяет им делать все, что они захотят. Именно поэтому в мире творится огромное число непотребств. Потому что отцы стали прилагательными к диванам, и им совершенно все равно, что делают их дети. Хотите, чтобы ваши дети стали морально устойчивыми, людьми принципов, чтобы они уважали старших, чтобы они были теми, кто любит Бога, теми, кто следует за Богом, теми, кто полагается на Бога и идет в вечность, перестаньте быть попустительствующим. Начните обращать внимание на их проступки и корректируйте.